Помогите! Есть одна мысль. Я паркуюсь как в полицейской академии. Сам того не хотя. Вообще есть две мысли. Одна моя, другая будет кроме. Давай газуй. Влево. Что? Если я влево, она тормозит. А так она едет. Нет, я про то, что не сужается ли она дальше. А. Может, назад можно было сужать? Нет. Да. Суровый 47-й. Так это, 47 хромосом там все было. Давай, лавочка, вылази. Нее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 
Я не хочу. Давай, Паш, музыка эпично играет. А, Паш. Иди. Я сейчас специально зайду, надо тебе бункер повозить, там нужна... Нужен один тип миссии. Ты что ты задумал? Сраная лавочка! Лавочка! Паша знает, что я задумал. Он мне. Фак. Да, Паша, ты же знаешь, что я задумал? Не очень. Вспомни, вспомни песенку. Да, вот, вот так вот лучше. Ваше спокойствие, только спокойствие. Херачьте всего со всей дури. Ну, где? Есть еще один способ. Да. Да ладно. Я все просрал. Давай, говни. Как ты это сделал?
Я не знаю как. Ты в России. Ты русский. Твоя картинка по поводу... Я учился водить в ГТА сейчас. Актуально. Если бы не время миссии, я бы сказал, давай подождем Робу. А что вы там делаете? Ты это пишешь хотя бы. Мне нужен был повод, чтобы нажать на кнопку. Не, реально, вы что там делаете? Кто дымится? Она не дымится. Она сказала не дымится, а сужается. Во, вторая пошла. Давай, давай, у меня песня про сиськи пошла. Получили 2000 за хорошее поведение. Это не хорошее поведение, это отличное поведение. У меня палец уже болит. Два пальца. Пейчик. А. А ты в курсе, что как бы от силы нажатия на клавиатуру и кожа не газает? И завис. Я-то в курсе, но нажимать-то на нее как-то надо. Твою мать.